Также есть у нас кнопочка с бонусами. И смотрите, когда мы будем нажимать на тот или иной квестовое здание, где вам выдают какое-то задание, за выполнение которого вам дают бонус, вы теперь можете, кликая на него, сразу же находить его на карте. Раньше у вас такой возможности не было. И просят, показывают, что для выполнения того или иного квеста нужно принести. Вот, например, вот этот вы не знаете, где он находится, нажимаете на него, и по центру карты он у вас как раз-таки и появляется. Это очень удобный момент.